Отслоение штукатурного слоя от рамки. Так официально называется вчерашний случай в отделе редких книг и рукописей областного дворца книги. Напомним, утром сотрудники библиотеки услышали грохот. Потолка отслоилась штукатурка. Не пострадали ни люди, ни книги. Сегодня по поручению губернатора Сергея Морозова прошла комиссия по чрезвычайным ситуациям. Было принято решение запретить даже доступ в эти помещения людей, поставить предупреждающие знаки об этом и провести обследование сложившейся ситуации специализированной организацией. Ситуацию нельзя назвать чрезвычайной. Но чтобы не допустить подобного развития событий, приняты упреждающие меры. На втором этаже находится класс факультета иностранных языков Ульяновского педуниверситета. Пока учебный процесс в них прекращен. В настоящее время, как чрезвычайная ситуация, конечно, рассматривать это не нужно. Но, тем не менее, предпосылку вот, к ЧС мы должны рассмотреть и полностью разобраться, чтобы была обеспечена безопасность и находящихся как и на втором этаже студентов, так и работников архива, которые находятся на первом этаже. В настоящее время готовится к проведению экспертизы. По ее итогам будет выяснено, что произошло и что нужно делать. Кто займется проведением экспертизы, будет решено по итогам торгов. На проведение необходимых работ выделено 190 тысяч рублей. После экспертизы строители приступят к установлению памятника архитектуры, на который не должно уйти много времени. Егор Цтов, Павел Макаров, Новости Ульяновской правды.